Кто-то пришел. Наверное, Маша пришла. Вот пока у нее гостим. О, привет, Маша. О, привет, мам. О, ребята, привет. И как вы уже тут? Я, наверное, вам покажу мой новый дом, как вы видите. Я тут пришла с магазина, меня тут мама встретила. Я уже вам тут чуть показываю. Давайте отсюда начнем. Ох, давайте это пока тут оставим. Потом я это все разберу, мам. О, ладно. Это спальня моей родителей. И бабушки. И малюшки. Тут есть компьютер, вот такой вот комод. Две красивые картинки. Дальше вот такая ванна с подогревом. Ну, типа джакузи. Нету только все девочки, никаких мальчиков. И вот тут такой шампунь. И, ребята, смотри, хотите прикол? Тут бумага из денег. Да, деньги можно кушать. Поэтому пользуйтесь лайфхаком. Поставьте лайк за этот дом. Мне он очень нравится. Мы его купили на 100 подписчиков. Я ведь так рада, что у меня уже 100 подписчиков. Но у меня уже даже больше. Есть робот-пылесос. Ой, это что-то в конец вообще лизнуло. Ну и такой шкафчик тут золотой, вот скейт. А, да, и конечно же тут зал, два дивана. Зал у нас очень большой. Такой бамбук и огромное окно. А, ну тут еще можно еду поставить. Огроменный телевизор. Такая дорогая пальма. Камеры, конечно же, это же дорогой дом. Дальше плейлисты вот такие. Ну, такие джойстики тут. Это фотоаппарат. Вот так вот. И тут есть лифт. Ну, а прихожую вы уже видели. Тут диванчик, чтобы подождать. Конечно же, домофон и такое растение. И давайте уже перейдемте на второй этаж. Лифт, ребята, очень классный. Но давайте сначала пойдем на кухню, а потом уже на самое фирменное. Вот тут у меня огромная кухня. Есть вытяжка. Нам пока не нужно, я сейчас не готовлю. Такая классная очень кухня и большая. Тут даже есть вот такая штука. Так, как это убрать? Вот, наверное, сама выключится. Да. Дальше тут ванна. Тоже практически точно такая же, как и внизу. Но тут она у меня более такая, с моими вещами. А тут есть светильничек, ну, такой прикольный. И тут опять же бумага из денег. Дальше тут я пользуюсь косметикой. Да, у меня новая косметика, духи тут такие. И, ребята, сейф. Тут у меня кучу золота и кучу денег. Ладно, не буду хвастаться. Ну, как сейчас уже почти лето, я уже приготовила себе солнцезащитный крем. И это уже, ребята, моя комната. И, ребята, у кого тоже есть такой дом, кто не знал, то можно, если вот эту кровать подвинуть, которая у меня сейчас тут стоит, то можно на этот подоконник сесть. Очень классно. Теперь надо подвинуть эту мою кровать. Вот сюда. Вот так вот. И вот так вот. Вот тут можно сидеть. И очень прикольно читать книжечку. Ну, тут мои вещи и все такое. А, ну и собачки, и кошечки. Тут даже у меня есть купальник для кое с чего. И очки. Давайте сейчас переоденусь. Опа. Сюда положим. И теперь пойдемте. А, и возьмем моих животных. Да, конечно, сейчас не очень такое время, чтобы сейчас это делать. Но вы же не знаете. И раз, два, три. И тут
Тут, ребята, у меня бассейн. Такая тут у меня лежанки. Барбекюшница. Тут солнце светит ярко, обгоняем иномарку. Вот такое солнце прикольное. А, ну и самое фирменное — это бассейн. Давайте попробуем посадить моих животных. Пусть поплавают. Тут есть плюшка такая, круг. Очень классный. Но мне больше нравится так купаться. Поэтому это можно убрать. Вот так вот. И вот так вот прикольно я купаюсь, ребята. Вина не очень любит купаться, потому что она кошка. Стейси. Стейси тут сидит. Вот так вот прикольно. Да, на матрасике можно полежать. И я не сплю. Вот такой вот, ребята, у меня классный дом с бассейном. Это просто класс. В этом доме можно много кого поселить. Но пока у меня тут живет именно моя семья. Да, вот так вот такие дела. Даже есть детский стульчик, но он мне не нужен, потому что я уже взрослая. Но на этом все, ребята. Я уже вам показала мой классный дом. Напишите комментарий, нравится ли мой дом. Подпишитесь на канал. И ставьте лайков очень много. Я буду очень рада. Ну и все. Всем пока-пока.